Мир всем. Хочу поделиться нашей стройкой тут небольшой. Значит, в прошлом году, в ноябре, что ли, по-моему. Да, уже когда снег был, уже холодно было, мороз тут. Мы, слава богу, со сварщиком вот сварили такой навес железный, видно. А сейчас хочу покрыть его крышей уже, вон купил. Вон там лежат листы. Это для того, чтобы покрыть крышей, нужно положить было обрешетку. Вот. Как обрешетку деревянную присоединить к железу, к этому. Ну, я что сделал? Я, конечно, не суперспециалист, но это вот один из способов. То есть беру 13-е перо, сначала делаю ямки, вот такие рассверлил, все, а потом этот саморез, который по металлу, вот сюда прикручиваю, притягиваю его уже к этому, к железу. Все, и вот так вот везде. То есть сначала пером просверливал, значит, потом уже проходился саморезами. Вот они толстые, хорошие, притягиваются. Вот здесь, здесь я делаю по два самореза с краю, видно, да, везде. Почему? Потому что роза ветров у нас идет вот оттуда, ветра зимой. Вот, и чтобы как бы укрепить вот эту сторону, соответственно, я сделал по два самореза. Уклон крыши, видно, вот это низ, вот это верх. Вот посмотрите на сарайку, вот. Значит, почему именно так? Потому что роза ветров, еще раз говорю, идет вот с того угла, оттуда. И на сарайке у меня никогда снега нету. Весь снег выметает. Вот здесь сделал так же. Вот, все, Бог даст, покроем, обязательно сделаю желоб, хорошая площадь, еще один водосбор дождевой воды будет. Вот, дождевая вода — это ценность, поэтому собирать ее, ну, самое то. Ну, потом, как будем покрывать, значит, тоже продемонстрирую. Ну, все. Ну что ж, с Божьей помощью и с помощью людей добрых, да, помощников, мы вот все закончили. Все, я с крыши слез, теперь больше залазить не буду, сюда все прокрутил. Вот, роза ветров идет у нас вот с этого угла, поэтому тут вот все постарался прям посильнее. Значит, что вот это такое? Это растворитель, тряпочка, кое-где были царапины. Это вот специальная эмаль я покупал для крыши, которая на доме. Ну, там тоже где-то царапины во время строительства. Ну, как-то без них все равно бывает, раз где-то поцарапаешь. Вот, короче, берешь и вот так вот раз и поддуваешь, как бы это, подкрашиваешь. Вот она, вот чуть-чуть раз, вот так подкрасилась, все, хорошая краска, специально этого же цвета, и все, и металл уже не будет гнить. Все, слава богу, теперь у нас есть навес, под которым прячется кто? Машина прячется. Ну все, давайте, всем добра, с Богом, вот, а мы будем дальше теперь заниматься другим делом. Вот потом тут еще укосины сделаю, вот здесь вот, чтобы они это, ну как бы косынки есть, но этого мало все равно. Потом стенки начну закрывать. Когда-нибудь. Все, а сейчас будем заниматься чем-то другим.